Соревнования по спортивному рыболовству на Кубок Москвы проводятся ежегодно. На просторах Можайского водохранилища самые опытные, самые умелые рыбаки столицы. Все готово к началу соревнования. Кто же станет победителем? Кому улыбнется рыбацкое счастье? Томительные минуты. Клюнет или нет? Увы, время лова истекло. Теперь исход соревнования решается на чаше весов. Впрочем, независимо от спортивных результатов, у всех будет дома хорошая уха. И особенно у победителя, павлина Ругунова, спортсмена общества «Зенит».